Ух ты, классный резак, посмотрите. Мощный такой. Плюс, смотрите, какая рукоятка. Тоже оригинал стоит. Мутео. Интересно, какой год. Не вижу я, жалко. Тоже классный раритет. Даже вот его себе в гараж куда-нибудь поставить, он еще хорошо послужит. Лезвие просто поточить и все, и нормально будет. Можно резать еще. Сталь мощная, хорошая. Вспоминаю я Советский Союз. Был маленьким, ходили мы с дедом в баню общественную. Вот там наподобие такие тазики были для мытья. Как вам? Это тоже немецкий тазик, он старый, начало 20 века, наверное. 70 литров, я так понял, стоит на нем цифра. Не часто увидишь такие тазы, ребят. Так, тут двигатель лежит. От мопеда. Многие ребята, кстати, чтобы согреться, прямо жгут костры. И вот этот дым, он уже по всему рынку. Там греются, руки греют. Сегодня людей много, потому что дождя нет, да? Много картин интересных. Но сейчас они все хотят за такие картины большие деньги. То есть вот, евро 30-40 захотят за такую картинку. Интересно. Посмотрите, какие позы у девушек, я так понял, да? Или она просто, да, вот так надо перевернуть, она не в правильном положении стоит. Запахло паленым, кто-то что-то поджег. Ну вот разные картины интересные. Он даже стоит на картине внизу 200. Или 2000. Ну, что-то много хотят. Так, а здесь уже велосипеды продают. Конечно, они в таком плачевном состоянии, что их еще восстанавливать придется. Самокаты стоят. Вот смотрите, интересные статуэтки стоят. Кожаный какой-то. Это чехол для чего-то. Труба. А рядом лежит тесак какой-то мощный. Посмотрите, ребята, офигеть. Офигеть. Вот этот тесак. В Германии уже как холодное оружие считается. Зеркало. 19 век. Это как минимум, если не раньше.
Интересно. Может быть, даже 18-й. Посмотрите, узоры какие. Во сколько стоит? Во! Я спрашиваю, кто продает. Алло, во сколько стоит тайны? Функция, 15 евро. Но они знают цену. Конечно, можно дешевле сторговаться, но я так для интереса спросил. Оно уже так болтается внутри. Очередной костер. Разогревают. Прямо сжигают мебель. Вот так. Рынки 90-х, чтобы согреться, мебель сжигали. А мебель, знаете, какая еще? 70-х годов, вот эти старые стенки. Там настоящее дерево. Почему горит? Потому что здесь еще дерево, а не прессованная стружка, как сейчас делают. Сейчас отошел от костра, сразу так дым потянул, воняет, потому что там что-то еще под низом горит. Вот так люди греются, мебель старая горит, она еще и воняет. Там вот эти, наверное, ее лаком обрабатывали мебель, так что так себе запах. Смотрите, старая или нет? Нет, не старая. Пластик. Метры лежат строительные. А вот вам и фары. Задний стопорик, посмотрите. Кто-то снял. Что-то, ребят, я уже сам замерз, пока я тут хожу. Здесь я хочу вам представить уголок спорта. Разные тренажеры стоят. Такой стоит тренажер. Но опять же, это все барахло. Меня сильно не интересует. Оригинальный столик, да? Посмотрите. Стекло, под ним дерево, красивые такие рисунки, между прочим. Ну так вот, если его перекрасить, он бы еще так смотрелся нормально. То есть это как... Где он стоит? Это, наверное, в зале, да, где-нибудь перед диваном такой столик. Но опять же, здесь я уже вижу, не хватает... полочки одной, которая выдвигается. Ух ты! Вот вам и стулья интересные. Тоже это, я думаю, что начало 20 века, может быть, конец 19-го. Внутри пружина, которая очень хорошо работает. Ну и сам материал, посмотрите, хороший. Им более 70-80 лет. А может даже и больше, но они не порвались. Все эти сиденья целые. Да и вообще тут целый набор. Во сколько стоит? Не, ну ди. Я. 80 евро хочет. Такое кресло за 80 евро продают. Но оно старое, да, понятно. Но самый интересный факт, что даже табличка есть, посмотрите. 1869 год стоит. Как вам? Но это, кто этим занимается, конечно, будет интересно. Такое старое кресло. Много разных интересных товаров, ребят, но я не успеваю все посмотреть, так что я сейчас иду потихонечку на выход. Я думаю, что в следующий раз я приеду, когда будет хорошая погода, и мы сможем более подробно все рассмотреть. Старые альбомы, посмотрите, 1958 год.
Тоже вот такие старые шкатулки интересные. Тоже вот маяки, хорошая тема. Были бы они побольше, я бы взял их на дачу как декорацию. Так они для дома. Так, я иду уже на выход, так как у меня есть еще кое-какие дела надо сделать. Все я вам показать не смог. Так что, я думаю, будет хорошая погода. Я приеду сюда еще раз и более подробно вам потом покажу интересные какие-нибудь находки. Неплохо походил сегодня. Единственное, что минус — холодно. Вы сами видели, почти каждый второй, кто мог, зажигал костры, грелись. Да, сюда лучше приезжать, когда потеплее, тогда можно спокойно походить, посмотреть. Но если что, подписывайтесь на канал. Приезжать буду регулярно, потому что я любитель таких старых интересных вещей, находок. Буду вам показывать. Подписываемся на канал. С вами был Андрей. Всем пока.